Так, вот еще гости на пасеке. Поймал птичку вот такую. Цвет как воробей. Хвостик, конечно, подлиннее. Молоденько чувствуется. Клюв вон длинный какой у воробья. Вот так, наверное. У воробья намного короче. Что за птичка? Чувствуется, конечно, он птенечек вот этот. Потерялся. А я слышу сегодня возле моей пасеки птицы больше шумели. И вот они, наверное, то и искали своего детеныша этого. Я думаю, наверное, не хищный. Сейчас пойду отпущу. Пусть они его кормят. Сегодня надо по книжке посмотреть, что это за птичка такая. Она даже вот линяет еще. Да отпущу, отпущу я тебя. Отпущу. Так надо изучить, какая ты, какая птичка, к какому классу относишься, как тебя звать. Опа. Покажи нам клювик, глазки. Ну пойдем, отпущу на улицу тебе. Так, ну все, отпускаю я тебя. Лети, песенки пой. Или ты летать еще не умеешь, такая маленькая?